Друзья, это видео о проделанной нами работе, о том, что было, что есть. Перед вами наша жизнь. Смотрите, оценивайте. Доброго всем вам здоровья, друзья. Друзья, жизнь приюта – это тяжелая рутина. Но знаете, что удивительно? Зато нам никогда не бывает скучно. Бывает горько, бывает больно. Бывает так, что аж внутри все рвется. До крика, до слез, до наверное, до стукания головой об стену. Бывает очень страшно. Но зато если счастье, ребят, то оно взрывное, оно огромное, оно охватывает, оно согревает, оно... В эти мгновения ты не только счастлив сам, ребят, в эти мгновения хочется обнять весь мир. Когда внезапно выздоравливает тот, кого ты уже мысленно почти похоронил. Когда внезапно зарастает страшная рана, когда... Боишься, что в любой момент врач вынесет вердикт, что на удаление. Ребята, у нас часто случаются чудеса. По-настоящему хорошие, добрые. И вот это удивительно. Собака вообще необыкновенное животное. А самое главное, ребята, это же друг. Настоящий друг, который с нами всю жизнь, веками. Но сейчас такое время, что если мы не поможем, ребята... то кто? Ведь им сейчас очень трудно. Ведь это мы их научили быть домашними. Мы забрали их из природы. Мы погасили им их инстинкты. А сейчас? Сейчас они выживают только благодаря нашей доброте. А погибают из-за нашей жестокости. И по какую сторону добра или зла становиться вам, друзья, это вам решать. Я приглашаю вас на светлую сторону. Я приглашаю вас в лохматую душу. Добра вам, люди. Добра вам. И да не скудеет рука дающего.
Вася! Толстушка, иди сюда! Мы уже совсем хорошо ходим. Каська, иди сюда. Моя девочка. Ребята, у нас дожди, у нас грязно. Скажи, да, грязная, потому что в вольере грязно сейчас, да. Мокро, мокро в вольере. Но в будке сена много. А вообще, ребята, Кася ищет дом. Кася очень сильно ищет дом. Очень ласковая девочка, чудесная, замечательная. Красавица моя, да? Да, мамина. Кася, Кася, Кася. Покажи мордочку, Кася. Покажи мордочку. Ну, покажи маме мордочку. Морду надо снять красивую. Да, ребята, дай бог здоровья Сергею Баркову и его жене Сонечке и всем сотрудникам клиники «Альтаир». Ребят, благодаря им Кася сегодня ходит. От всего сердца, от всей души, друзья, самая искренняя моя благодарность лучшему хирургу города Липецка Сергею Баркову.